Ряд послаблений для объектов малого и среднего бизнеса озвучили на заседании межведомственной комиссии. В частности, приняли решение по снижению карантинных ограничений во всех зонах эпидемиологического риска для посетителей с синим статусом ОШЭК. В зеленой зоне – без ограничений. В желтой, красной зонах – послабление карантина в сторону увеличения наполняемости и часов работы. Теперь граждане с синим статусом могут беспрепятственно посещать объекты образования, банки, отделения Казпочты, отели, гостиницы, точки общепита, вокзалы, центры и салоны красоты. Без ограничений при наличии зеленого статуса у клиента смогут работать объекты, где проводятся торжественные, памятные, семейные мероприятия, а также конференции, форумы, зрелищные и иные мероприятия с массовым скоплением людей.